Поля России, родная земля. Начало июля 1943 года. Здесь, на Орловщине, проходит линия одного из решающих участков Советско-Германского фронта. По ту сторону лежит Орловский плацдарм врага. Орловский плацдарм. В октябре 1941 года немецко-фашистские войска ценой огромных потерь захватили важный стратегический треугольник, расположенный на линиях Болхов, Мценск, Орел и создали Орловский плацдарм. Это был кинжал, направленный в сердце России, угрожавший Курску, Воронежу, Туле и Москве. Зимой 1942-43 года наши войска в результате успешного наступления оттеснили противника на запад от Курска и создали так называемый Курский выступ, ставивший под удар с юго-востока Орловский плацдарм немцев. Начиная большое летнее наступление 1943 года, немецкое командование рассчитывало концентрическими ударами с севера и с юга в общем направлении на Курск прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге Курского выступа. Сосредоточив на узких участках фронта 17 танковых, 3 моторизованных и 18 пехотных дивизий, немцы 5 июля перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях. Гитлер заявил в своем приказе, что германская армия переходит к генеральному наступлению на Восточном фронте и что это будет последнее сражение за победу Германии. Немецкому гаду снова мерещились наши земли и богатая добыча. Несокрушимыми барьерами встали на пути вражеских дивизий наши боевые рубежи. Под обстрелом врага саперы минировали подступы к нашей обороне. Губительным огнем встретили врага артиллеристы. Огонь! Горели подбитые немецкие танки.
Не считаясь с потерями, немецкие генералы бросали в бой новые части. Упорство начавшейся битвы все возрастало. Пытаясь подавить нашу оборону, противник обрушивался на наш передний край сотнями самолетов. Насмерть стояли бойцы. Яростные атаки врага с земли и с воздуха разбивали со стойкости мужества наших частей. Там, где немецким танкам удавалось прорваться сквозь заградительный огонь артиллерии, их встречали наши бронебойщики. Их выводили из строя гранатами пехотинцы. Наша авиация неустанно штурмовала боевые порядки немцев. Удар за ударом обрушивали летчики на подходящие немецкие резервы. Ожесточенные бои вспыхнули за господство в воздухе. Наша авиация смело приняла эти бои. Каждый день увеличивалось число сбитых немецких машин. Выдержав первый натиск, наши войска переходили в контратаки. Таяла мощь врага, гибла его техника и живая сила. В этом наступлении немецкое командование рассчитывало на свою новейшую технику, но ни танками «Тигр», ни самоходными пушками «Фердинанд» не смогли немцы сломить нашу оборону, и «Тигры» и «Фердинанды» оказались биты. Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось лишь вклиниться в нашу оборону. На Орловско-Курском направлении на глубину до 9 километров и на Белгородско-Курском направлении от 15 до 35 километров. В жестоких боях наши войска измотали и обескровили отборные дивизии противника, остановили врага и сорвали немецкий план летнего наступления.
Это Фриц лета 1943 года. Его нервы не выдержали. Ему есть над чем призадуматься. И это Фриц лета 1943 года. Гитлер обещал им Курск. Они попали в Курск, но пленными. На участках Брянского фронта непрерывно сосредотачивались ударные группы, свежие войска и боевая техника. Перед советскими войсками, расположенными севернее, восточнее и южнее Орла, Верховным главнокомандованием Красной Армии была поставлена задача ликвидировать Орловский плацдарм немцев. Наступление на Орел должно вестись с трех направлений. Коротка и светла июльская ночь, ночь перед боем. Только что был зачитан приказ о наступлении. Сигнал ракета. Сейчас заговорит тяжелая артиллерия. В ночи смертельный фейерверк гвардейских минометов.
И когда артиллеристы точными и меткими выстрелами накрыли немецкие укрепления и прижали врага к земле, за огневым валом вплотную двинулись штурмовые отряды нашей пехоты. Удар по врагу с земли удвоен ударами с воздуха. Запылали вражеские аэродромы, железнодорожные составы. До самого рассвета содрогалась земля. От каждого подразделения, от каждого участка битвы тянутся незримые нити связи к командному пункту фронта. Командующий Брянским фронтом генерал-полковник Попов. Военный совет фронта. На всех участках фронта наступление развивается успешно. Впереди река. За рекой немцы. Приказ форсировать реку. И началась переправа. Содействуя переправе, артиллерия подавляет огневые точки противника в глубине его обороны. Вышли на работу труженики войны, саперы. Они расчищают путь нашим танкам.
И когда саперы расчистили проходы в минных полях, на прорыв Орловского плацдарма вышли наши танки. Искусно маневрируя, танки с флангов охватывали узлы сопротивления противника. С утра до вечера наша авиация штурмовала укрепления врага. Поддержанная артиллерией, авиацией и танками, пошла в наступление пехота. Над полями боев завязывались жаркие схватки истребителей. Немцы теряли машину за машиной. Геройски, до последнего движения штурвалом, дрались наши летчики. На каждый наш поврежденный самолет приходилось 2-3 немецких. Ломая яростное сопротивление противника, наши войска ворвались в глубину немецкой обороны. Немцы упорно цеплялись они за каждый рубеж. Бойцы выбивали противника из укреплений, захватывали пленных. Так взламывали наши войска укрепления врага на Орловском плацдарме, еще недавно объявленном немецкой печатью и радио символом незыблемости германской обороны.
Взяв инициативу в свои руки, войска Брянского фронта продвигались вперед, занимая один за другим населенные пункты. Немецкий пулеметчик пристроился на крыше. Сейчас он замолчит навсегда. Русские, родные. Из оврагов и лесов в родные места возвращались немногие уцелевшие жители. 2 года провели они под игом оккупантов. 2 года мучений, горя, слез и ожиданий. Части шли вперед, и перед ними открывались печальные картины истерзанной и опустошенной родной земли. Так жили они при немцах, лишенные крова под открытым небом. Кто без пропуска оставляет свое место жительства, будет расстрелян, угрожали немцы. Ни угрозы, ни страх смерти не сломили советских людей. Они уходили, прятались и ждали своих, ждали избавления. Развивая наступление, Красная Армия возвращала родине все новые и новые деревни, села и города Орловщины. Освобожденный Мценск, город, воспетый Тургеневым. Пусты его улицы, нет жизни в домах. Все это сделал немец. Вслед за Мценском занят Болхов, старинный русский город. Житель Болхова. На его глазах уничтожали немцы родной город, взрывали и жгли дома, разрушали церкви. За этой колючей проволокой томились в Болхове советские люди, жертвы гестапо. Сняв Мценский Болхов и лишив врага важных опорных пунктов,
Наши войска продвигались вперед. Центр боевых действий переместился к Орлу. За 22 месяца своего пребывания в Орле немцы превратили Орловский плацдарм в мощный укрепленный район. Многочисленные дзоты, блиндажи и траншеи опоясывали центры вражеской обороны. Здесь враг применил свою новинку, бронированный колпак, хвастливо прозванный им несокрушимым крабом. Эти укрепления противника поддерживала мощная техника. Она осталась на поле боя. Каждый бой приносил немцам огромные потери в технике и живой силе. На пути отступления вражеских войск вырастали же и кладбища. Тысячи убитыми и пленными потеряли немцы в этих боях. Фланга войскам Брянского фронта содействовали войска Западного фронта под командованием генерал-полковника Соколовского. Несмотря на дожди и бездорожье, наши части двигались вперед. Смелым маневром конница обошла противника и ринулась по немецким тылам. Преследуя отходящего врага, не давая ему закрепиться, действовали наши танки прорыва. Бойцы врывались в расположение врага и захватывали пленных. На командном пункте, командующий войсками Центрального фронта, генерал армии Рокоссовский. Полностью восстановив положение, занимаемое до начала немецкого наступления, войска Центрального фронта километр за километром очищали Орловскую землю.
Все ближе и ближе подходили наши войска к Орлу. В это же время на левом фланге Курской дуги войска Степного и Воронежского фронтов, развивая контрнаступление и выйдя на рубежи, которые они занимали до начала немецкого наступления, приближались к Белгороду. Командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин. Командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев. Частями наступающей армии был Орел. Подожженный немцами город горел. Орел наш. За решетками гестапо давно уже слышали голоса советских пушек, считали оставшиеся минуты. Они пережили все муки фашистского застенка. Смертники возвращены к жизни. Снова над ними голубое небо родной страны. Люди плакали. Не было слов, которые могли бы выразить их великую радость. Здесь помещалась комендатура. Долой все, что напоминает о немцах. Двадцать два месяца хозяйничали оккупанты в Орле. Вот что они сделали с городом. В груды битого кирпича превращены целые кварталы. Немцы умертвили и разграбили город, обокрали до нитки население. Трамвайное депо. Оно заросло травой. Оборудование вагонов вывезено в Германию. Так всюду в Орле украдено все до последнего гвоздя. Дом для гражданских лиц. Русским было запрещено жить там, где жили немцы. Их загоняли в особый район. Перед отступлением отряды немецких факельщиков и минеров жгли и взрывали город. Тысячи людей остались без крова.
Орел будет возвращен к жизни. Командование частей Красной боевые товарищи и освобожденные советские люди отдавали последний долг героям, павшим на поле брани. Орел провожал в последний путь прославленного героя Сталинграда и Орла, генерал-майора Гуртьева и танкистов-гвардейцев, отдавших свою жизнь за освобождение города. Придет время, и на центральных площадях Орла и Белгорода будут воздвигнуты величественные памятники полководцам, генерал-майору Гуртьеву и генералу армии Апанасенко, павшим в боях за славные наши города. Вечная слава героям! Запад, туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего во знаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми
города Орел и Белгород и освободившим их присвоены почетные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям! Сегодня, 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей Родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Огонь!